Всем привет! С вами Черный Металл. Это игра Seven Days to Die. У меня все плохо. Потому начинается нау. Так, здесь тоже надо срочно прикрыть. А, нормально. Черт, я нервничаю. Тут ко мне то зомби придут, то медведь, то пара волков, блин. Задолбали, не давали ничего построить. Два часа надо было, блин, два дня выбирать. И он шипы 500 штук поставил по кругу. Где-то 7 тысяч железа или 8 истратил. Так, давай гамму получше сделаешь, хоть посмотреть, что тут. Да, пойдет. Правда, тут еще вот боюсь, что осы будут или птицы. Пошли перестрахуемся. А, че вылут, парю. Нет. Потом я это все подделаю, крышу сделаю, кому, в принципе, интересно. Мне сейчас пока не до этого. Камни сделать все. Вот слушай, вот теперь мне вот реально страшно. Я вот так скажу. Я понимаю, что я вообще ни хрена не готов. Надеюсь, меня фреймы просто спасут. Мою жопку. Я в этом сомневаюсь, правда. Так, ныряем. Потолок бы сделать побольше, я соглашусь, друзья, но у меня, видите, времени много ушло. Ну, сколько я? Часа, наверное, только игрового времени 3 только воевал с этими дураками. И что, совсем ополоумил? Так, ладно, здесь все в норме, здесь хоть так заделаем. Кстати, конструкшн-то хорошо качается. Конечно, такие баррикады ни хрена не выдержат. Но это первая, друзья мои, орда. Надеюсь, она будет довольно слабой. Надежда, как говорится, умирает последней. Ой-ой-ой, как бы мне сейчас не грохнется отсюда. Я буду долго материться. Только, блин, в полете. На самом деле все плохо. Во сколько эта хрень начинается красная? Часов 8? Кто помнит? По идее, времени там не должно хватить, но... Я не ожидал, что так много будет нужно этих дурацких шипов. Ладно. Делаем, короче, пока... Двери. И где они тут у меня? Здесь, что ли? Да. 4. Поехали. Так, лестницы мне больше не нужны, в принципе. И где эти долбанные двери? Как прекрасно.
А, вот они. Ну ладно, будет вентиляция. Может это вот так вот перенести, а? Немножко по-другому схалтурить. Почему нет? Так, я вот так вот сделаю. Лобысь, 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 хубысь. Угу. Ну, в принципе, будет годно. Даже вот так вот можно сделать. Конечно, смотреться будет немного ужасно. Тут чтоб плеваки, главное, не достали. Тут тоже вопрос. Будут они идти, не будут. Да, я понял. Три слоя защиты дверей. Ну, предположим, хрен ты с ним, хоть три слоя пусть будет. Сейчас вообще не столь важно. О, блин. Черт, я не ожидал реально, слушай, что столько времени уйдет на какую-то херню. Стой, конечно, кошмарный. Щек, щек. Я решил использовать частично, друзья мои, старую систему, кому интересно. По-моему, она прошла свои испытания много-много раз. К сожалению, нет ни бетона, вот ничего нет. Мне надо сделать укрытие, которое переживет минимум 3 орды. Ну, максимум 4, дальше она точно не переживет. Тут, к сожалению, без вариантов. А что мне надо будет делать? Печки я построю, глины накопаю. По-моему, вот так сделать будет безопаснее. Тебе не кажется, что как-то странно и довольно много времени прошло, никто не нападает? Ну нахрена я это сказал? Да ты издеваешься. Ох, ни хрена себе. Это шутка такая или как? Тихо. Вон, смотри, что творится уже при таком фпсе, друзья мои.
А вам, друзья, не кажется, что мне тут писец легенький настанет сейчас? А вот что-то мне кажется. Кажется, друзья мои, я чуть-чуть проиграл. Хотя много очень сумочек. В принципе, не может не радовать. Ой, беда, беда. Мамочка. Я был хорошим мальчиком, честно слово. Что делать? Что мне делать? Как мне быть? Ладно. У нас тут шипы есть, колышки? Все плохо. А вот такого прикола я, блин, не ожидал. Ладно. О, как вас много-то... Давай попробуем их прогнать хотя бы. Тут еще радиоактивных хреново тонн. Чем бы мне тебя долбануть-то? Блин.
Да ёп. Так. Не, ну тут, друзья, вообще никак нереально было выжить. Они 500 шипов смяли. Радиоактивный, так вы видели, что с ними творится. Они вообще спокойно пробегают. Хорошо, вопрос другой. И как мне с ними бороться? Шанс один. То, что они сейчас отреспятся. Может сдохнуть еще разок? Ну ладно, оба! Да, они все умирают рядом со мной, как будто от меня ядерная бомба пошла. Ну, друзья, мы сейчас попробуем таким способом ходить. Ну и, не, ну вот это вот орда так орда. А, это как мне 14-й подготовиться? Вот это вопросный вопросик. Где там мой чемодан-то? Ишь ты. Что, ты еще живой? Какого он черта живой? Блин. Почему я свободу пока не верю, кстати? Так, давай определимся для начала, где мне... Ага, вот здесь прямо где-то должен быть. Ты серьезно или шутишь? Сраные уроды, да откуда у вас столько? Сейчас буду так бегать, хоть не знаю. Что-нибудь, может, насобираю. Что вы еще предлагаете? У меня предложений нету. Ага. Я понял. Ты... Вот только тебя мне не хватало, да? Так, народ, здорово всем! Пока! Ядерная бомба сработала! Ну, хоть какая-то польза есть теперь, блин, от моих смертей. Жалко, это на других не действует. Звездец, да? С ними делать? Да, ре-ре, это у меня скучно. Оу. Так. Они вот теперь бегут, я могу смело сказать, непрерывной толпой. Значит, здесь против них сопротивляться бесполезно. Вот это дурдом. Вот это я понимаю, орда. Это довольно интересно, кстати, все. Ой, откуда они берутся, блин? Ой.
Да, вы серьезно? Что, друзья, предлагаете делать? Пишите в комментах, мне интересно. Не надо умирать. Да сколько вас здесь будет, так твою ж дивизию. А, она ищет это еще. Невеста, блин. Раз, два, ох, нихрена там волчок. Братю, не умирай. Они друг другу мешают, я обратил внимание. Так, ребята, все ко мне! Так, отлично. Я сейчас буду тогда свои бэтпаки раскидывать, надеюсь, хоть лута соберу. И как я буду с ними справляться, я как-то плохо представляю. Их количество, видел? Тут даже бы, если я засветил... Так, погоди, ты что, у нас подруга совсем обезумела? Сука, чтоб ты, гадина, сдохла. Когда эти придурки кончатся? Ты на орду сделал. О, блин, это что-то как-то перебор. Это что означает? Ноль еды? Ты сейчас серьезно? Не, я вот сейчас понять не могу, где эта кричалка, надо посуицидиться, может, я ее смогу прибить. Не, ну это ужасно. Я не, слушай, я реальный. Короче, я в доме нафиг буду прятаться. Такую толпень... В принципе, нереально победить. А, вон бежит. Срань господня. О, блин. Да уж, сундучки еще не пособираешь ни хрена. Их хрен знает, чем убивать. Ты кошмарный, отстой. Да ты шутишь. О, пробежал, да? А, отлично. Вот так я не понял, я эту дрянь убил, которая орёт. Блин, раньше было такое, что она могла встать, сучка, на скале или на возвышенности, оттуда орать или за камнем прятаться. Вот это была самая жопа. Раздражает. Сундучки-то пропадут, игра. А у меня сейчас уже ни жратвы, ничего нет. И перезагрузить я тоже не могу. Пока. Я, слушай, реально не знаю, что делать. Кто там мне писал? Поставь орду в случайный день, ничего, справишься. Видно, тот тоже понимает так. Че, время после 12. Они вроде до 12 должны бежать.
Так, значит, нам надо прятаться до того момента, пока я не строю свою основную фармилку зомби. Иначе, друзья, это абсолютно, как вы можете посмотреть, не вариант. Если они до 12 бегут, это еще я могу справиться. Правда, я не знаю, чем. Это мелкая дрянь. Так, друзья, пожалуй, я пока серию закончу. О, сколько там времени прошло? Вот не вижу, сколько времени прошло. Она будет немножечко короче. Скорее всего, уж меня простите, но мне, блин, надо немножечко подумать хотя бы примерно, что, блин, тут можно сделать. Ладно, пойду пока прогуляюсь как раз до магазина и подумаю, может, как-нибудь это можно реорганизовать. Хотя я что-то сомневаюсь. Всем удачи, друзья. Всем пока. Да уж.